Убить его! Внимание, полиция! Внимание, полиция! Это сержант Эл Пауэлл. Дай мне это. Это заместитель начальника Робинсон. Кто говорит? Это Ганс Грубер. Думаю, вы осознаете свою тщетность ваших попыток справиться со мной. Мы не хотим убивать еще. Чего же вы хотите, мистер Грубер? Мои товарищи сидят в тюрьмах по всему миру. У министра иностранных дел Америки длинные руки. Теперь он может использовать их для меня. Вы должны освободить из тюрьм следующих людей. В Северной Ирландии 7 членов Нового фронта. В Канаде 5 лидеров организации «Свобода Квебека». В Шри-Ланке 9 членов движения «Новая Азия». Когда мои братья и сестры будут свободны, мы отведем заложникам на крышу. И нас доставят вертолетом в международный аэропорт Лос-Анджелеса. А там вы получите дальше инструкции. У вас есть 2 часа. 2 часа? Нет, к сожалению, у меня нет таких полномочий. Алло, мистер Грубер. Сэр. Да? ФБР здесь. ФБР здесь? Уже? Да, сэр, уже здесь. Держите. Хотите освежить дыхание? Здравствуйте, рад вас видеть. Я агент Джонсон. Это специальный агент Джонсон. Как у вас дела? Это вас не касается. Я Дуэйн Робинсон. Я ответственный за все это. Уже нет. Нет проблем. Рассчитывайте на нашу поддержку. Спасибо. Начнем совещание. Почти все, что мы знаем, это то, что там есть 30-35 заложников. Они на 30 этаже под охраной 7 или 8 террористов. Похоже на сценарий А7. Спасибо. Мы достанем их оттуда. Если нам будут нужны люди, мы вам сообщим. Вы ничего не забыли? Например? Как насчет Джона Маклейна? Благодаря ему у нас есть вся эта информация. И благодаря ему теперь там меньше террористов, чем было час или два назад. Он внутри? Кто он? Скорее всего, полицейский. Мы проверяем это. Один из ваших? Нет, сэр. Это Маклейн, взять его! Заперто! 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 Убивайте меня, пожалуйста. Стоп, расслабься, я не собираюсь тебя убивать. О боже. Что ты, черт возьми, здесь делаешь? Что ты ищешь? Мне удалось выбраться оттуда и... Я хотел выбраться на крышу и попытаться послать сигнал о помощи. Это недалеко. Забудь о крыше. Мы можем...
Давай вперед! Нет, нет, если мы пойдем... Забудь о крыше. Они расправятся с людьми. Иди со мной, если хочешь остаться в живых. Пауэлл, я спрятал еще одного заложника. Я отведу его в безопасное место. Я слышу тебя, Джон. Будь осторожен. Ты отвечаешь за безопасность этого заложника. Итак, ты не работаешь в Накатоми. И ты не один из них. Я полицейский из Нью-Йорка. Из Нью-Йорка? Да, меня по ошибке пригласили на рождественскую вечеринку. Ха-ха. Я Джон МакЛейн, а ты? Клей. Билл Клей. Ты знаешь, как пользоваться оружием, Билл? Я провел неделю на ранче. Ты знаешь эту игру с пушками, которая стреляет по красным знакам? Может, она покажется тебе глупой? Что ж, перейдем к делу, Билл. Все, что ты должен сделать, это нажать на курок. Вперед! Я на 33-м этаже. Немедленно сюда! Опусти пушку и отдай мне мои детонаторы. Билл, ты говоришь по-немецки? Опусти пушку. Довольно милый акцент. С таким акцентом тебе надо бы работать на телевидении. Но зачем тебе детонаторы, Ганс? Я уже использовал всю взрывчатку. Или нет? Я считаю до трех. Так же, как и стакаджи. Упс, нет патронов. Ты думал, что я идиот, Ганс? Что ты сказал? Стреляй в стекло. Здесь. Итак, ты не работаешь в Накатоми. И ты не один из них. Я полицейский из Нью-Йорка. Из Нью-Йорка? Да, меня по ошибке пригласили на рождественскую вечеринку. Ха-ха. Я Джон МакЛейн, а ты? Клей. Билл Клей. Ты знаешь, как пользоваться оружием, Билл? Я провел неделю на ранче. Ты знаешь эту игру с пушками, которая стреляет по красным знакам? Может, она покажется тебе глупой? Что ж, перейдем к делу, Билл. Все, что ты должен сделать, это нажать на курок. Вперед! Я на 33-м этаже. Немедленно сюда. Опусти пушку и отдай мне мои детонаторы. Билл, ты говоришь по-немецки? Опусти пушку. Довольно милый акцент. С таким акцентом тебе надо бы работать на телевидении. Но зачем тебе детонаторы, Ганс? Я уже использовал всю взрывчатку. Или нет? Я считаю до трех. Так же, как и стакаджи. Упс, нет патронов. Ты думал, что я идиот, Ганс? Что ты сказал? Стреляй в стекло. Заперто! Умри, американский. Да. Черт, заперто!
заперто! Заперто! Прикончите его! Заперто. 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 Как больно. Я умираю. Заперто. Мы снова в деле. Мы нашли детонаторы. Но наш друг все еще жив и находится где-то в здании. Ганс, мы нашли кровавый след. Наверное, вы его хорошо достали. Идите по следу и добейте его. Надо найти бинт для моих ног. Ugh!